Всем привет, с вами Фрэдж. И сегодня мы будем с командой. Тут Кирилл. Мак огня, здравствуйте. Фир. Всем привет. Привет. В общем, мы, короче, будем играть в мини-игру. Что она вообще подразумевает, эта мини-игра? Фир будет вставлять постройку. Какую-то такую маленькую, небольшую, да? И у нас будет примерно там сколько фир минут, чтобы ее построить. Но тоже это все будет в раздатчике, все это будет. И сейчас мы в будущем пройдем к этому. В общем, фир вставляет постройку. Дает нам или одну секунду на то, чтобы мы посмотрели и запомнили, или 5 секунд, или вообще минуту. И, соответственно, кто как запомнил, так и построил. То есть это, по сути, мини-игра исключительно на память. Как видите, нас вообще не вся команда собралась, нет еще одного человека. И это сосиски. Что мы будем делать? Мы придумали пранк. Сейчас я вам расскажу, в чем заключается пранк. Фир построит постройку, то есть построит какой-то шар красный, да? И мы будем строить, к примеру, розовый шар. То есть мы будем цвет менять, ну то есть оригинальный цвет, который Фир показал, на другой цвет. Мы все троем будем это делать. А сосиска, по идее, будет ставить красный. Будем его троллить тем, что как будто он якобы дальтоник или что-то такое. Короче, вы поняли. Вот в чем заключается пранк. То есть, это не только пранк, а еще и пранк, и мы реально будем играть. Ну и будем надеяться, что мы выиграем, типа, кто больше баллов наберет и все такое. Видите эту картинку, да? То есть, это блоки, которые будут в постройке. То есть, мы... У Фира, а команда должна ставить вот те блоки, что напротив. Да, понятно. Да, да, все. Спасибо. Короче, сейчас мы добавляем сосиску и начнем снимать. Вот зашел сосиска. Ты как? Надеюсь, давай футбол играть сосиской. Кто на ворота встает? Это как? Это вообще как возможно в Майнкрафте? Короче, сиска, мы тебе объясняем правила. Смотри, Фир вставляет постройку, понял? Он вставляет постройку, такую маленькую. И ты должен ее по памяти воссоздать, у тебя будет креатив. То есть надо прям в блок-блок попасть, это очень важно, понял? Так заскринить. Если заскринишь... Так, подождите, очень важная тема, очень сейчас важная. Если кто-то из нас скринит постройки, блин, это просто унижение, нахуй. Это закопать себя глубоко, очень глубоко. Мы обхаркаем вот так вот его, если это он. Короче, если кто-то заскринит и воспроизведет, и это всплывет наружу каким-то образом, это позор, позор мира будет. Фир, как ты будешь оценивать? Давай, знаешь как, по местам. Кто первое место, кто второе. Вот, мне кажется, это самое лучшее. Ну, давай по местам, да. Давайте сейчас жеребьевку. Фир поставит на 1 минуту, или на 5 секунд, или на 1 секунду постройку. Вот, вот такая будет. Секунда, ебать! Короче, и второй раздатчик, это на сколько времени дается, то есть будет зачастую 5 минут. Так, ну что, первая постройка. Съебался. Так, это 1 секунда. Дальше. Это 7 минут. 7 минут дается, чтобы построить ее. Вы готовы? 1, 2, 2, 2, 3. Уже больше секунды. Так подожди, так стой. Я впереди смотрел, я не знал, что она будет там. Сзади! Он сказал, перед Фиром появится, блядь. Она должна была спереди, перед мной появиться. Ну давайте еще раз, я не видел. Как не видел? Нет, все видел. Я не видел, она сзади Фира появилась, я смотрел вперед. Я вот видел. Вперед. Ладно, отвернитесь, пусть сосиски только. Отвернитесь. А, все, хорошо, все. Короче, все, строим. У нас 7 минут, чтобы это построить. 7 минут? 7 минут, да, потому что такой бумажка. Все, давайте. Короче, надо напомнить Кириллу и Фуфилу. Надо Кириллу напомнить, чтобы он... А почему ты микрофон не выключил, бля? Алло! Алло! Алло, ты не забыл про блок? Не-не, не забыл, я уже поменял его. Все, давай. Надо еще микрофон. Че у тебя с микрофоном? Че ты его не выключил? Алло, у нас 7 минут же? Я закончил. Там вообще изи постройка была. Я еще делал, блядь. Как видите, там у Фира был фиолетовый блок. Соответственно, мы меняем его на вот этот блок. То есть как-то вот так, что ли, было? Че, мы все? Бать, можно, нет? Ладно, все. Куда вылетаем? Ну все, гоу. Давай, Фир, с какого начинаем? Давай слева. Первое как? Сейчас, давайте я просто пролечу, просто посмотрю сначала, и потом скажу, где какое место. Ну ты Дима построил, да. Больше всех, да, я смотрю. Нормально. Так, ну смотрите. А почему фиолетовое? Да, там только один что-то фиолетовый цветок у сосиски. Это мое. Смотрите, это я ставлю на
на первое место. Ей. Вот эту постройку. Вот это на второе. Здесь тоже так же. Где, где, где ты нахуй? Алло, блядь! Вот. Я тут. Это моя, это моя. Записывай. Это второе. Ну, у сосиски хоть тут вообще все цвета перепутаны, что-то. Ты вообще как смотрел? Короче, вот это третье будет место. О! Ну, а у Димы это даже не похоже на цветок. Это Дима делал? Это четвертое. Подожди, мухомор. Ядовитый плющ. Почему он гнилой какой-то? Подожди, ну смотри, а ты, может, с другого ракурса не посмотрел вот отсюда? Да что поменялось? Блин, реально немножко надо скошено как будто. Че там, сколько? 5 секунд здесь написано. Давай, о, да. Хорошо. 5 секунд. И сейчас на постройку бумажку... минуту, секунду где-то. 7 минут выпало. А, нормально. Все, поехали. Все, давай. О! Какой огромный. Оп! Копируем блоки, копируем. Нет. Если он скопировал, все, другая. Минус балл. Пошел нахуй. Не договаривались. Чмо. Ты, блин. Минус балл. Похуй. Да схуяли, мы не договаривались. Минус 2 балла. Схуяли. Что ты делаешь, Алёна? Ну мы не договаривались на то, чтобы нельзя копировать блоки. Ну честно сказали, ты задрал. Ну честно, это и значит честно. Ты родился в год крыс или как? Я не понимаю. Все, вы готовы, смотрите? Все, давай. О, изи. Так, Тройте. Блин, я вообще не помню, что там было. Там была тачка с кварцем. Так, короче, там был какой-то человечек, да? Он вроде бы как-то вот так вот был. Машина как-то вот так, да, была? Короче, типа вот такая машина, да? То есть мы сейчас, в данный момент, меняем красную шесть на оранжевую. И все наши ребята поменяют тоже на оранжевую. И, соответственно, вот. Короче, там как-то... Че вы сделали? Это не так вообще было, не так же. Не так. Вот, короче, вот такая постройка. Алло. Алло, да, я готов. Че, начинаем с Кирилла, получается? А почему у вас у всех машинки оранжевые? Ну, какая была? Там красно было. Там было оранжевое. Ну че, давай смотри уже. Все, я пролетел, смотрите. Короче, суть-то была, что типа машинка врезалась в дерево. Ну, у меня похоже, я с декором сделал. Вообще, надо прям в точь-точь делать, они близко к этому. Вообще, вот дороги это вот... не было. Вот это вот, типа, эти все... Травы не было. Дороги не было. Типа, это вообще не смотри на это. Это суть идеи в том, что нужно запомнить и максимально близко, ну, преподать. Да. Ну, с цветом все правильно сделал. Ну, может, дерево ошибся, окей, я не помню, какой. Да, вроде вообще тропическое было, а не дубовое. Возмущается Дима, который построил жука. Да, у Димы машина странная. Божья коровка какая-то. Это такие мини-машинки, знаешь. Я просто запомнил, что там оранжевый цвет и все, блядь. И я пытался сейчас, я же не умею типа построить. Почему у меня красная, у всех оранжевая? В метро тоже, да. Ты мою тему взял с ковром, блядь? Ну так там был ковер такой же. Там был, да. Там был ковер, красный ковер. Там был ковер? Да, там был ковер. Только смотри, он сделал красный ковер, но там был же другой цвет. Пожалуйста, построй машину в эфир, пожалуйста. Я уверен, что там красный был. Я уже скопировал другую постройку. Ну типа, что я сейчас буду? Летать заново. Я был уверен, я что тебе, там красный цвет. Потом в конце покажем постройки, типа, раз ты хочешь. Ладно, хорошо. Потому что мне сейчас уже лень перекопировать. Короче, смотрите, распределяем места. Мне нравится у Фуфыва, это ему по-любому первое помечаю, место. Помечаю, прямо... я не понимаю, где Фуфыва, где Фуфыва. Вот, Фуфыв третья постройка, это Фуфыв. У него по-любому первое место. Человечка нету и дерево низкое. Машина врезалась в дерево, понимаете? Типа, вот суть. У Димы тоже машина врезалась в дерево. У Кирилла да, у него какой-то подожди, жук. Подожди, сосиска. А у тебя вообще машина рядом с деревом? Ну, типа, она... Еще ты, и другого цвета. Ты суть не уловил, да. Смотри, получается, у Кирилла второе, потому что, ну, машинка, конечно, не особо похожа. У Димы жук, у него третье место, а у Сиски четвертое, потому что машина врезалась. Так, все, вы рэди? Да. Че, я тяну, получается? Ну, да. Давай тяни. Так, выпало 5 секунд. И 5 минут. 5 минут будет для постройки, нормально? Да. Ну, я за минуту строился. Ну, по тебе видно. Все, вы рэди, смотрите. Давай. Я не знаю, как заспавнится, все, смотрите. Ага. Тучки. Блин. Там еще вода. Все, успели? Начинаем строить, да? Да, все. Короче, сейчас написал Фиру, чтобы, ну, он всех предупредил, чтобы они не меняли цвет, потому что сейчас сосиска палит. Ну, то есть он запаливает, что, типа, возможно, что-то уже как-то не так. Что я запомнил? Я запомнил белую шерсть.
потом вот лапки, клюв красный, потом глаза были, сверху всякая вот эта вот типа тема была синяя, и я еще заметил, что в одной тучке была вода, то есть была налита вода, где течет. Так, клюв был вот такой, да? Блин, у меня какая-то херня получается. Так, я помню, что было три облака. Форма, конечно, блин. Может быть, она пошире. Ну да, конечно. Не идеально, конечно, все получается. Короче, как-то так. 20 секунд. Я все. Все готовы. Ну. Ну, это если что, тучки были. Вот это вот. Тучки, это не грибы. Не похоже на тучки. Это грибы. Это грибы. Это тучки, это тучки. Так. Ну, это прикольное. Это прям вот похоже. Это кто построил? А теперь... Смотри, Диме, первое место ставлю. Тебе второе, сосиска. Сосиска второе. ФФУ третье. Кириллу четвертое. Мне кажется, ФФУ надо вообще последнее. Он вообще ужасно сделал. Мне тоже так кажется. Я старался, блин. Я тоже старался. Они плюс-минус одинаковые. Ну, давайте по третьему месту вам дадим тогда. Двоим. Я вытягиваю. Где вы? Давай. Тяни. Минута сейчас выпадет. Да, минута. Ты откуда? Реально минута. Сейчас выпадет 5 минут. Да, 5 минут. 5 минут, да. Да, ну-ка. Let's go. На. Показываю, смотрите. Минута смотрим. Да ладно. Подожди. Раз, стой. 10-10-10-20. Стой. 5-6-7. Не записываем, ага. Никуда не записываем, все в голове. 9. Ага, так тут 7 в ширину. Так, ну, изи, все, изи, я запомнил. 8, а высоту? О, все, минута. Минута. Все, строим. Короче, мы сейчас договорились, чтобы Фир поменял цвет. Потому что, сами подумайте, если вот этот блок менять на оранжевый, то палево вообще максимальное. Максимальное палево. Конечно, я не запомнил прям 100% плюс, да. Не-не-не, это палево, ты что делаешь? ФФ думает, что, ну, типа, можно поменять на оранжевый, но это вообще палево дикое. Времени еще, конечно, я бы не сказал, что так много. Я помню, что, короче, забор был, и мы коврик оранжевый, да, ставим? Там был зеленый коврик, да? Как-то вот так делаем. Я помню, что там было, короче, маленькое дерево, да? Да, какое-то огромное дерево, блин, получилось. Так, ну, короче, что-то типа такого. Вы закончили? Я закончил, да. Все, все готовы. Так, ну первое, как тебе? Так, это Кирилла. Ну, она прикольная. Так, это Димы. Реджа, тоже похоже. Это мое. Ужасно. Ну, тут вообще все можно. Нет слов, не надо понять. Не, ну, в принципе, да, прикольненько. И у тебя тоже прикольная такая, необычная. Посмотри под низ, охренеть. Только, а я не знаю, а как она у тебя держится, скажи мне, пожалуйста. В смысле? А я думал, надо внешку только скопировать, а... Так, а внешка там и было, типа, вот это с колонны. Капец. Здесь были оранжевые такие колонны. Так, а вот Алфуфуэлла, смотри, а у него как держится, а у него вот тут тоже, посмотри. Ну, как-то балконы же строят. Ну да, тут типа, так, ладно, Кириллу я дам второе место. У Кирилла второе место. Дима, ну, мне нравится, как у Димы. Вообще, у него прям все идеально. Конечно, тут цвет кое-где не тот. И вот эти, ну, ладно, пускай его пальма, да, пускай будет такой стиль. Но у него первый, типа, ну, прям оно прям похоже. Фу-фу, вот, блин, ну тут как-то... Ну, я последнее, у сосиски лучше, реально. Ну, типа, то, что у сосиски вот этого, то, что нету, конечно. Ну, это... откуда я знал, что... Ну, сосиска надо... третье место, да, ладно. Я размеры место копировал. Так. Первая бумажка 5 секунд. А вторая? 5 секунд. Вторая 5 минут. Ставлю 1, 2, 3. Так. А сколько надо времени запоминать? 1, 2, 3, 4. 5 секунд. Так, короче, мы решили, что мы будем менять на... А, вот на это будем, да, делать? Короче, слон очень огромный. Максимально огромный. Я помню, что у него хобот. Такой вот хобот. И очень огромные уши. Прям очень огромные. И, короче, в этих ушах розовая шерсть. Горный слон. Но у него вроде хобот, да, типа, был? Вот, типа, что-то такого было. Ну и давайте ему массу добавим. Короче, все, моя постройка якобы готова. Получается, мы поменяли цвет. Изначально оригинальный цвет был вот такой вот. Мы сделали его вот таким вот. И рот мы сделали не красный, а оранжевый. Ну, блин, сейчас, возможно, сосиска спалится. Точнее, не спалится. Точнее, сейчас сосиска заподозрит. Блин, что он делает? Он открывает кейсы. Серьезно. Все, го. Да, все, го. Фир, пожалуйста, только мою постройку облети всю и присмотрись внимательно. Я вообще каждую облечу, посмотрю. Все хорошо. Так, ну, это прям похоже вот этот прикольный слоник. Он прям очень похож. Красивый, прям очень красивый.
По сравнению с Кириллом. Это вообще мышь какая-то, ебать. Хорошо, смотри, мы хорошо расположились. Фир сейчас увидит постройку Димы и на мою придет постройку. У меня она поспокойнее, смотри. Брат уродец какой-то. Да, она прикольнее. Блядь, покажи опять мою, она вообще уродство. Как будто слон, нахуй. Мутировавший. Посмотри на глаза, зацени мои глаза. Грибные, да. Ну такой мутантик. Сосиска опять цвета перепутал. Так, ну-ка усы. Облети. А чё у тебя черный слон реально какой-то? Ну он, ты чё, расист? Чё он вообще такого цвета? Какой слон такие яйца? Ну вы поняли. Бля, пиздец. Так, ну все, давайте я места расставляю, получается. Ну, у Кирилла первое, точно. Так, Кирилл первое. У сосиски, блин, я не знаю, на цвета смотреть, типа, за цвет как-то баллы снимать? Тогда с прошлого испытания надо было баллы снимать, потому что там вообще оранжевые были, и первые места у оранжевого были. Так оранжевый был цвет. Там оранжевый был цвет. Не-не-не, там был красный. Там был оранжевый. Ну, с горками красный был. Я ну далеко не да, у да. всех светло-серый, а у тебя такой ну, бирюзовый. Вы тогда и нету этого, типа, улыбки. Да. Есть у меня есть рот. Он у тебя розовый. Ну, а какие, я не знаю, какие губы вообще. Там же желтенький был, по-моему. У всех оранжевый. Цвета многие, кто перепутал, вот даже в прошлом испытании. Короче, ничего Фир, не, решай не ты. Было. У Фыва прикольно, я бы, конечно, второе место дал. Тут еще блядь. И цвета правильные, и рот. Ну это, сука, крокодил какой-то получился. Ну, у Фреджа четвертое, у Сиски это третье получается. Типа, ну тут перепутано, еще и нарисовал детали. Что? Не нарисовал детали, так и было. Вот этого не было, ты что, прикалываешься? Давайте сейчас по стройке посмотрим, какие были. Так еще раунд. Ну так еще один. Еще один раунд, потом смотрим. Ну, давайте. А что ты там увидеть хочешь? Ну, хочу посмотреть, что как. Ну, я еще не скопировал новую постройку, могу вставить слона, показать тебе. Ты видел слона? Где слон? А где он? Нет. Ты вставил... Пол бассейна. Блин, не то скопировал. А, он еще и оранжевый. Да, он оранжевый. А ты что думал, кого он цвета? Красный. О! Вот. А, ну, нихуя, блядь, what the fuck. Вы готовы к финальной постройке? Finally, yeah. Давай, вытягивай. Последняя постройка, давайте. 5 секунд. Чекай, сейчас будет 3 минуты. 7 минут. Блять. Ready? Смотрите все. Ready. Давайте. Раз, два, три. Все. 1, 2, 3, 4, 4. М! Все, вырубаем, 7 минут есть. Стеклонок красный. Лед не трогаем. Так, короче, все. На красный делаем. Это прям супер-мега-палево. Короче, я помню, что там два этажа. Вот есть такой лед, да? Так, я помню, что там были вот такие доски, да? Да, тут короче, сетить надо. Блин, конечно, без сета я бы тут вообще все замедлился. Так, фир чекает. Все нормально, да? Все, давайте. Все, закончили. Давайте. Фир. Фир. А, да-да, я тут. Ну, смотрите, у Кирилла, в принципе, прям вот похоже. У Димы, как бы, я не знаю, почему есть дуб. Дуб откуда вообще, дуб? Да, это береза. Откуда дуб, береза это набралась здесь? Снег. Я помню, типа, красные элементы стекла, да, и то, что светлое что-то. Так, алфа-фыва как? Ну, фыва, кварц, как бы, правильно, стекло это. Ну, всё, второго блин. Этажа, конечно, нету, но, в принципе... И ты столько времени сосиска проеживался и знал, что ты готов? Да. Ну, чтобы сделать вот это вот? Так и было. Это вообще все идеально. Да что? А вход где? Вход второй этаж. Ломайте стекло и проходите. Дорогие гости. Это вообще бред какой-то. Это бред. Да это нормальная постройка, вы чего? Это хрень какая-то, ты прикалываешься? Вы чего, долбанули что ли? Я даже не старался. 7 минут дали на постройку, ты вот это... Я ей 7 минут строил. Для того, чтобы, смотри, чтобы построить низ, нужно было вот так сделать. 7 минут дали, ты такую хрень построил, ты прикалываешься? Нужно было вот так вот хуярить, понимаешь? Я с вагами вообще, ну, нормально был. Короче, да, понятно. Да. Короче, ясно. Ну, это последнее место, да. Это вообще прям, ну... Это вообще не... И стекла перепутал, вообще все перепутал, все, что можно. Перепутал по максимуму. Так, ну, смотрите, первое место я даю Кириллу. Кириллу первое место. Второе место. Дима, если блоки, вот это, как бы, блоки поменял. Фуфу второе место, да. Дима третье, ну ты четвертое. У меня, в смысле? У меня слон был прикольный, у меня был петушок прикольный, у меня был, что еще?
ты пленок, про аттракционы эти еще доказывал, там что цвет другой хотя бы. Там, ну, мне реально казалось, что это красный цвет, понимаешь? Я не знал, что оранжевый, мне почему-то красный казалось. А как так быть-то может? Не знаю. Я даже, я до последнего не верил в то, что там оранжевый был. А потом, когда вы мне постройку показали, оригинальную, я такой, что, реально оранжевый? Я такой, где оранжевый был, вопрос что? Ну, в аттракционах там оранжевый на самом деле цвет был, а я думал, что красный. И с машиной еще. Ну, с машиной я тоже думал, что машина красная, а она, блядь, оранжевая была, че за хуйня? Бля, машина прям была в Феррари, Ну, поставь блок, слышь, поставь блок. Ну, это коричневый вообще. А, это оранжевый. Это оранжевый внутри. Что это красный? Называется оранжевая керамика. Давай другой, давай не керамику, давай бетон. Бетон ставь. И не бери в руки, не бери в руки, так назови. О, что это? Это, подожди, это серый. Нет. Это не серый. В смысле, это серый? Нет. Ну это не серый прямо. Вот это вот серый. Это черный. Подожди, может, у меня из-за того, что фильтр на мониторе стоит. Не знаю, что это. Нет, это черный, это серый. Это серый. Это вообще не черный, блядь. Ты дурак? Вот да, черный, реально серый. Вот а это светло-серый. Да, блядь, ну, серый или светло-серый, это же вообще не имеет разницы. Короче, покажи эфир постройки все, которые были. Да, в натуре, покажи постройки. Тэпайтесь ко мне. Давай. Ну вот, да. Цвета. Да, машина оранжевая, пиздец. Блядь, а это тоже оранжевое. Вот, я думал, что это красное почему-то, это оранжевое. А, тут еще белое стекло оказывается на машине. Бля, как ты понял, что это белое стекло, не просто стекло? Ну, потому что просто стекло, оно прозрачное, а это белое. Че скажешь? Как тебе видео? Прикольное. Может, ты проверишь на тест? На дальтоника? Да. Да. Мне по памяти просто цвета трудно запоминать. Точно? Да. Да, поставь любой цвет, я тебе скажу, какой это. Любой вообще. Ну, блядь, ты дурак. Это вода какая-то прозрачная. Вода, какая вода? Ладно, это красный, это красный. Это оранжевый был. Пизди. Это красный был. Оранжевый был, нахуй. Оранжевый был. Пиздобол, это красный был. А, только что в руки взял, иди в жопу. А ты что-то понял вообще? Чё? На твоей голове что-то дошло? Смотри на тот цветок, которого не было. Как ты думаешь, почему я его быстро сетнул, когда мы сюда телепортировались? Видишь этот цветок? Ну. Я его, когда мы сюда телепортировались, быстро сетнул. Вот а, подумай, это мой, почему. Это мой цветок? А, нет, не мой. Ну вот подумай, почему? Не знаю. Вспомни, какие были у нас цвета и какой цветок был у тебя. Я помню то, что он такой серый был цветок, вообще хуёвый. Это у Димы серый. Дима, а меня... короче, а, все, ничего не помнит. А у меня, короче, был. У меня был фиолетовый, я нормально построил цветок. Ну. А у нас какой был цветок вот это вот вместо фиолетового? Зеленый тоже, да, все. Нет, вот эта вот штучка у нас какого цвета была? Я помню, что у кого-то другая была, а у всех остальных фиолетовая. Он вообще ничего не помнит. У всех было розовое. Давай это, слышишь? Давай мы еще вторую часть снимем. И я залю на канал, такой, не смотри видео, хорошо? Подожди, а Соник тоже таким же был? Или я перепутывал? И вот подумай теперь, почему, или... когда мы телепортировались сюда, я быстро сетнул цветок? Цвета поменять? Ну, уже двигаешься в этом направлении, так, понемножку идем. Не, мне интересно, что за цвет, смотри, сосиска, что за цвет? Ну. Красный. Нет. Оранжевый был. У меня только что, придурок. Это что за цвет? Оранжевый. Это красный. А, вот. Так он наебался. Ну я понял, что вы меня наебали немного с цветами, правильно? А в чем? Ну, объясни. Вот это по-любому красно было, я вам отвечаю, 100% зуб даю. И машина была красной. Нет. А, ну ладно тогда. Ну да. Да? Да. Блять, а цветок я сетнул, потому что Фир его тут забыл переделать на розовый, который мы строили. Вот, и я его быстренько убрал, чтобы ты ничего не заметил. Ну ты и так ничего не понял, поэтому. Ты смотришь видео, поймешь. Вы меня пытались дураком выставить, да? Пиздец, какой дурак, блядь. А стекла были красные или обычные просто? Они были вообще голубые изначально. Ой, блядь. Пиздец. А Своник какой был? Такой же? Нет, другой. Другой. Темного? Да. Блять. Смотри. Ебать наебщики. Вот, смотри. Вот такой вот он был, да. Ты вечно спрашивал, куда фирму. Подождите, если убрать вот этот цвет,
то можно, по сути, воссоздать моего слона, блядь, дохлого. Блядь. У тебя крыса какая-то была. И машина была красной, да? Да. Ну, вот от цыпленка ничего не меняли, я так понимаю. Да потому что ты начал палить, мы начали уже, ну, типа, немножко... Пиздец. Аккуратнее, говорят, я ничего не палить не начал. Так ты сказал, вы что, пранкуете нас? Вы меня? Ты спросил, это что, это, типа, троллинг? А, нихуя. Нихуя. Нихуя, я предугадал вас. Так, ну, сосиска проиграл. Сосиска проиграл, выполняет желание, получается. Да? А, да, давай. Вы вначале... Удали канал. Вы сказали, что сначала не было нихуя, не было нихуя. Вы сказали, блядь, что... Иди, раздевайся. Иди в центр. Сними на камеру это. Вы сказали, что не будет желания, поэтому идите нахуй, идите нахуй. Ну давай мини-наказание выполни, хотя бы маленькое. Маленькое вообще. Мили-пиздрическое. Ты чё, блядь, вначале чё было сказано? Никаких желаний, да? И ну давай, ну хоть... ну это не желание, это мини-желание. Маленькое, мини-маленькое. Мини. Да какое, блядь, мини-желание? Это вообще какое-то пранк-шоу ебучее. Не, мы договаривались без желаний, без желаний. Без желаний, без... Нет, без... ради пранка и видео. Можешь мини-желание выполнить? Какое? Пососать нам член. Ладно, все, всем спасибо за просмотр. Всем пока. Всем пока! Пока-пока-пока. Всем пока. Всем пока! До свидания. Ну что же, в общем, также хочу сказать, что заходите на сервер Nexus Griff. Скоро вайп, если вы грифер, хотите повыживать, тут нету ГМ1, заходите, играйте в выживание. Новый, кстати, спаун, новый спаун будет. Все, всем пока.